Артём, погоди! Хреново без фонаря! Дай хоть факел сварганю! Раз, два, три! Ёлочка, гори! Ладно, двинули! Чёрт! Артём, не отходи от меня! Чёрта с два! Тут электрозамок! Провода вон туда ведут! Слушай, Д'Артаньян, у тебя фонарь, так что двигай по проводам. Где-то там должен быть щиток. Попробуй в него зарядник воткнуть. Получится запитать, дверь откроется. Талант не пробьешь, молочага. Готов? Первый пошел. За мной! До театральной осталось совсем чуть-чуть. Вход в метро, судя по всему, должен быть где-то рядом. Но каким малым ни было бы это расстояние, нам предстоит пройти его по поверхности. А наверху каждый шаг и каждый вдох может стать последним. Прибыли, Артём! Соберись, до темноты осталось всего ничего. Как туннель обвалился, на театральную отсюда остался только один путь по поверхности. И задерживаться там до темноты определенно не стоит. Обжитое местечко. Повезло нам, Артём. Похоже, схрон местных сталкеров. А где были сталкеры? Там. Черт, фильтров маловато. Ну ничего, на наш век хватит. Не стесняйся, бери. Здесь все сталкеры братья. Да, классные у тебя часы. Удобно знать, насколько еще воздуха хватит. Я слыхал, тут такое водится, что и пули не спасают. Ты, конечно, стреляный воробей, но в таких переделках еще явно не бывал. Так что помни, если хочешь жить, не расслабляйся ни на секунду. Слышал я про это место. На посадку уже заходил, когда рвануло. Видишь, здание, в которое он врезался? Вход на театральную там. А на поверхности-то все тает. Прям весна, все. Повезет и до лета доживем. Так, погоди. Тут справа от самолета должен быть подземный переход. Сталкеры через него площадь обходят.
проход через самолет. Заклинило? Давай вместе. Пошло! Так, Артём, место это непростое, так что не теряй головы. Ладно, пошли. Сталкер один рассказывал, это был рейс Майорка Москва. Ну, семьи после отдыха. Я-то сам ни на море не был никогда, ни в самолете не летал. Не судьба. Странно как. Черт, ты тоже видел? Артём, что это было? Что это такое? Еще что? Черт! Питания нет, двигатели заглохли. Домодедово, борт 767-15. Что за вспышка была? Спроси. Дайте площадку. Черт, нет уже диспетчерской. Толя, падаем! Скорость какая? Скорость. Электроника вырубилась. О, господи! Черт! Да что же ты творишь-то? Планирование! В руки себя возьми! Артём, давай направо! Вход должен быть за этим зданием! Чёрт! Демон! Срежь его! На тебя летит! Сюда!
Ньют! Открывайте! Скорее! Чего так прогулочка получилась, а?